în țările fără care nu veți vedea pe Domnul. Noi sunt oameni ojedani în второго пришествия. Noi адвентисты. Noi așteptăm a două venire, noi suntem адвентисты. И мы часто говорим, настанет тот прекрасный день, когда мы увидим Господа лицом к лицу. Desigur, noi spunem că va veni acel timp când vom vedea pe Iisus față în față. Но к этому нужно быть готовыми. Dar pentru aceasta trebuie să fim gata. Святого встречают святые. Pe cel sfânt îl întâlnesc cine? Sfinții. Вы скажете, а как это нам сделать, чтобы мы стали святыми? Да, да, cum noi putem să ajungem să devenim sfinți? Мы читали об этом. Noi am citit despre aceasta. Sola Scriptura. Așa cum spune Scriptura. Живите так, как написано. Să trăim așa, cum este scris. Бог не будет вспоминать вам, что вы делали в прошлом. Dumnezeu nu va aduce aminte ce a făcut în trecut. Он будет смотреть то, как вы живете сегодня. Я вам треба, кум вой аз троиц. Мы с вами все знаем очень хорошо молитву Отче наш. Мы так штим бини ргачиня татал ностро. Я только одну фразу использую сейчас. Да, ну ма у фразы врел со вот. Которую все мы очень хотим, чтобы она исполнилась в нашей жизни. Как мы врел сам племяскам вятца ностро. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам. Как нашим один евангелист говорит, а второй говорит, и прости долги наши, ибо и мы прощаем должникам нашим. Не арты покать, но при ком ши ной ртем грешит слава множество, шалты евангелист говорит, не арты покать, ком ши ной ртем. И вот это наша задача сегодня. А часто есть скопул вецы настры. Пусть Дорог Господь поможет нам. Домус не ажуте. Вникнуть в глубину этого времени, в котором мы с вами живем. Noi să ne aprofunzim în acel timp în care noi trăim. И не думай, что мы блуждаем в пространстве времени, который уже просто не знаем, что нас ждет впереди. Să nu gândim că noi suntem într-un perioadă de timp când este un haos, mai știm încotro mergem. Мы живем в определенное Богом время. Noi trăim în acel timp care este menit de Domnul. И Господь сказал, дорожите этим временем. Да, Он спune, прецуїть. Будьте готовы. Фиц гата. Будьте в мире. Фиц импач. Ведите святой образ жизни. Трейсов вяца фрумаса. Это нужно для встречи со мной. А часто требует пентру, как с ним толним им преуна. Помолимся. Сами ругаем. Наш милосердный Отец и наш Бог. Склонясь перед Тобой, мы благодарим за Твою любовь и милость, за охрану святых ангелов, за то, что у нас есть Твое Святое Слово, которое не оставляет нас в неведении того времени, в котором мы с вами живем. Пусть сегодня в жизни каждого из нас продолжится восстановление той истины, того образа Господи, по которому мы были созданы в самом начале, по образу и подобию Твоему, Господи. Продолжай делать у нас реформации в нашей жизни, в нашем сердце, в наших мыслях. Помоги нам восстановиться и прославить Тебя, и быть готовыми во имя Иисуса.